звезда Альфа, созвездие Кассиопеи, иначе называемый Шидар, и отстоящий от нас в расстоянии 71,42 парсека, то есть 22/10^14 километров, избрана нами целью полета, потому что в течение последних полутора лет Караканская обсерватория зафиксировала свыше 2000 моделированных радиосигналов на волне 21 сантиметр. Это дает нам право предположить наличие разумной жизни на одной из планет системы звезды Шидар. Так как модулированные радиосигналы могут быть посланы с организованной цивилизацией, я верю, что такой полет даст возможность человеку с планеты Земля впервые в истории человечества протянуть руку разумному существу другой звездной системы. Но путь далек и долог. При около световой скорости продолжительность полета для экипажа звездолета составит в обе стороны примерно 52 года. Поэтому я считаю целесообразным сформировать команду корабля из лиц не старше 14-15 лет, чтобы способствовать научному успеху экспедиции, так как участники ее достигнут Альфа Кассиопеи в расцвете своих жизненных и творческих сил, то есть в возрасте около 40 лет. We'll be right back.